Привет, с вами Дима и Женя. И сегодня мы расскажем вам интересные новости в сфере виртуальной реальности. Оставайтесь, и вы узнаете, как сделать съедобные очки виртуальной реальности, зачем в мире появился гаджет, который пукает в лицо, и кому достанутся Microsoft HoloLens. Легендарные Microsoft HoloLens наконец поступили в продажу. Если вы еще не в курсе, это такие очки дополненной реальности, которые делают мир ярче, а точнее наполняют его голограммами, сказочными персонажами и всем, чего пожелаете. Они стоят $3000 и будут продаваться в двух версиях, одна для разработчиков, другая для бизнеса. Вторая версия менее замороченная и к тому же обладает функцией информационной безопасности. Одна незадача: пока HoloLens продается только для корпоративных клиентов и разработчиков, которые зарегистрированы в США и Канаде. Компания пообещала, что в скором времени выпустит творение и в другие страны мира, так что ждем и копим деньги. Ну а если тратиться на модную игрушку не хочется, а душа требует виртуальной реальности, то сделайте себе очки сами. Из печенья и сыра. Еще нужны самые дешевые линзы и ловкость рук. Пару часов терпения, и у вас получится Google Cardboard. Хранить такие очки лучше всего в холодильнике, либо же съесть сразу после использования. Главное, не слопать их во время просмотра, иначе виртуальный эксперимент не удастся. Кстати, о виртуальных экспериментах. В нашем прошлом выпуске мы говорили, что фильм «Отряд самоубийц» готовят фанатам VR-подарок. В общем, это оказалось не только видео 360, но и игра. Она называется Suicide Squad Special Ops VR и доступна для iOS, Android и Gear VR. Жанр игры, конечно же, шутер. Главным героем выступает один из участников отряда самоубийц. Многие же отметили, что это довольно интересный экшен с хорошей музыкой, к тому же поиграть в нее одно удовольствие, да еще и бесплатно. Бесценный подарок всему миру сделала и компания Ubisoft. Она создала гаджет, который пукает в нос пользователям. Он даже называется Nautilus Rift, как бы намекая. Возникает вопрос, зачем нужен такой девайс? Оказывается, он сделан специально для игры South Park The Fractured Butthole. Переводить название я не буду, сами, наверное, догадались. В общем, в игре герои South Park бегают и виртуально пукают на врагов, а счастливые обладатели Nautilus Rift чувствуют запах реально. Удивительно, но над этим устройством трудились лучшие умы компании. Мы не спали ночами, чтобы создать симулятор пердежа. Когда пукающий намордник появится в продаже и сколько он будет стоить, пока неизвестно. Но если это все же случится, то будет очень интересно, кто его себе купит. Ну а тем временем Oculus Rift на подобные шутки время не тратит. Oculus Rift может снова поставить парализованных людей на ноги. Это выяснили бразильские ученые, которые целый год лечили пациентов при помощи роботизированного экзоскелета и виртуального шлема. Удивительно, но во время виртуальных упражнений пораженные травмой области мозга начинали активизироваться. Через год после такого лечения пациенты даже начали чувствовать парализованные конечности и подавать признаки восстановления, о котором даже не могли мечтать. Бразильские ученые планируют продолжать данные исследования и совершенствовать виртуальную реабилитацию. Весь мир надеется, что им удастся совершить настоящую революцию в медицине. И еще немного об Oculus Rift. Minecraft наконец-то стала доступна в VR-формате. Так что теперь в нее можно играть не только при помощи виртуальных очков Gear VR и смартфона, а на полноценном виртуальном шлеме. Кстати, для HTC Vive игра теперь тоже доступна и называется Vivecraft. Обновленную версию можно скачать в магазинах Windows Store или Oculus Store за $9.99. Это были все новости виртуального мира на сегодня. Подписывайся на канал, ставь лайк, и ты всегда будешь в тренде. С вами были Дима и Женя. Всем пока!